знают, попал в коралловый клуб, опять же, благодаря, тогда еще был Alchemine, сейчас Coral Mine. Да, попали в коралловый клуб, ну, можно сказать, случайно, можно и не случайно. В одном проекте мы были с одним товарищем, который нас пригласил уже в клуб, должен был нам определенную сумму денег. Он говорит, денег нет, могу отдать то, что улучшает воду. Мы говорим, лучше что-то, чем ничего. В итоге он нам отдал, там, по-моему, 5 или 6 упаковок воды. Ну, что делать, мы не знали, да. И начал пить воду. Я кадровый военный, да, отслужил 20 лет, уволился с армии. Ну, что такое после 20 лет службы в армии, да, проблемы со здоровьем. Повышенное давление, головные боли, ну и сон такой. То ли есть, то ли нету. И, в принципе, только на одной воде, да, через 3 месяца употребляя одну воду, нормализация давления, исчезли головные боли, улучшается пищеварение и сон. Это только вот на воде. Ну, потом, естественно, уже включились мозги, потому что водичка промывает, оказывается. И да, и начал еще дальше получать результаты. Сейчас я вернулся в ту физическую форму, в которой был, когда выпускался молодым лейтенантом с военного училища. Я отжимаюсь на одной руке. И проведите дома простой тест для себя общего состояния своего здоровья. Снимать и одевать носки вы должны стоя. Я не буду это показывать, я это делаю свободно. Обувь даже так обываю. А вы дома проверьте, какое у вас состояние здоровья. Снимать и одевать сейчас носки. Все после этого встанем. Вы должны делать это сделать. Стоя. Поэтому ну, вода это действительно это то, что улучшает воду, это номер один. Во всем мире. Во всем мире, потому что питьевой воды не так много, а то, что ее улучшает, вообще только есть у нас. Поэтому спасибо. Хотите, могу отжаться на одной руке. Могу мы верим. Поэтому спасибо. Я не буду демонстрировать, но вода, она работает. Спасибо. А у кого есть результаты на продукте Фантер Токс? Пожалуйста, извиняюсь. 50. Можете? По поводу фандетокса хочу сказать. Знаете, я вообще пришла в коралл еще 5 лет назад, тогда у меня был букет операций, но за 5 лет, вот когда я уже работала, я уже так много рассказывала о своих результатах, вот о тех вот очистках. И вот услышала как-то фразу, кто-то из наших коралловцев выступал, говорил, надо, знаете, вот каждый месяц ставить задачи по здоровью каждый год, чтобы были свежие-свежие результаты. Ну, наверное, Господь так решил мне подкинуть свежий результат. Я месяц назад попала с острым аппендицитом в больницу. Вот там никто не спрашивает, там же наркоз в остром состоянии, потом антибиотики фугачат, да. Вот, но спасибо любимому мужу, что на второй день сразу притащил мне и воду, и наши продукты, и фандетокс. На первый же день, да. Мне сразу сказали хирурги убрать это все с этой тумбочки, чтобы они этого не видели. Потом, если я захочу ее, то я могу дома это употреблять. Естественно, что я просто завязала кулечек, чтобы они этого не видели, оставила все это на тумбочке, и уже в первый день я все это употребляла. Если сравнить мое состояние послеоперационное тогда, когда еще до коралла, этот момент восстановительный, реабилитационный, да, такой вот, когда вот эта вот тошнота, печень, она не болит, ты ее не чувствуешь, болят нервные окончания желчные, но вот это состояние слабости, когда вот она борется, вынести эти токсины через нее, через почки, это очень ну, долгий процесс. И вот как это быстро случилось на фандетоксе, когда на третий день я уже бегала по этой скорой помощи, когда я уже потом дома уже пришла на седьмой день на работу, мне уже рвалась. То есть это же я не притворялась, это состояние мое внутреннее было. То есть настолько был мощный вывод токсина благодаря этому продукту фандетоксу. Спасибо. Спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Меня зовут Тамара Дюмина. Буквально неделю назад со мной произошел случай. Я обычно в общепитии не ем. Но так пришлось. Зашла в пузатую хату и съела тушеную капусточку. На следующий день утром тошнота, рвота, 38,5. Ну и остальное. Со всех сторон выделение. Хорошо, у меня был фандетокс. Вода, коралловый кальций,
лист черного ореха и серебро. Да, серебро было, но, короче говоря, 3 фандетокса, по 3 через каждые 2 дня, через каждые 2 часа лист черного ореха, кора муравьиного дерева, фандетокс, вода. К вечеру температура упала, тошнота прошла. Утром, на следующее утро я проснулась и думаю, это мне показалось, то, что было со мной? Не показалось. Я просто еще, вы сказали по поводу этого, у меня был случай, как только этот продукт появился в компании, во-первых, его ученый, который о нем рассказывает, он все время делал акцент на то, что он еще снимает антипохмельный синдром. Вы слышали, да, об этом? И у меня есть один знакомый, у которого часто эти синдромы, как я говорю, по утрам. И он тоже является потребителем в компании. Я ему порекомендовала этот продукт, чтобы он просто попробовал на себе. Ему действительно всегда, там, человеку очень плохо утром, но вечером, в принципе, история повторяется, да? И так как он понимает, что здоровье надо как-то ценить и что-то с этим все равно делать, любишь саночки, да, любишь кататься, люби и саночки возить. И поэтому он, когда начал пить фандетокс, он мне позвонил буквально на третий день и говорит, ты знаешь, я себя чувствую по утрам, вот просто ты, когда выпиваете этот продукт, он какое-то чудодейственное делает в организме, как я говорю, какое-то чудо происходит. И знаете, что происходит? Печень поддерживается на всех уровнях, то есть усиливается вывод токсинов, ускоряется. И печени этот продукт действительно помогает именно с этой точки зрения. Поэтому печень не так нагружена, ей не так плохо. Поэтому, во-первых, продукт номер один в этом плане. Во-вторых, я очень много знаю случаев. Я, конечно, так не делала, но те, кто любят загорать, да, в принципе, загорать очень вредно. А те, кто любят загорать и хотят, чтобы был красивый цвет кожи во время там, ваших поездок там, за границу, либо еще чего-то, этот продукт, буквально если вы начинаете пить его за 5 дней до сезона, до поездки, то в итоге и во время поездки вы пьете хотя бы один пакетик в день, то загар ровный, не сгорает кожа, потому что за загар и за цвет кожи и загар отвечает печень. Но если у печени есть поддержка, то никакого сгорания быть не может вообще. Поэтому могу вам сказать, что этот продукт номер один для тех людей еще, которые любят загорать, любят отдыхать и выпивать, как я говорю.